Так, ну давайте, наверное, откроем новый раздел «Кухня». Три раздела за один выпуск – это, конечно, сильно. Но, с другой стороны, а почему бы и нет? Да, в дальнейшем я, ну, наверное, буду пробовать совмещать, да, по ссылке под подраздел. То есть, ну, собрал там 3-4, бах, вставили. Достаточно простая вещь, стоит абсолютно недорого, да, принцип действия какой? То есть, мы берем бутылку, надеваем вот это колечко на бутылку, и у нас начинает болтаться пробка. Это силиконовой пробкой, запаха постороннего я не вижу, это силиконовая, вот видите, она такая конусообразная, да, мы ее вставляем в бутылку, и бутылка, в принципе, герметично закрывается, да, крышку сняли, она не теряется, потому что она висит. Вполне удобная штуковина, да, для чего это может быть нужно? Ну, смотрите, да, там, скажем, масло, да, в пластиковой таре, ну, все-таки это поливинилхлоридное соединение, ну, да, лучше, конечно, в стекло перелить. Чем закрывать? Силиконовая крышка, да, пожалуйста, закрывайте. Насколько помню, даже разные цвета вполне возможно есть, могу ошибаться, поэтому, ну, строго не судите, вещь практичная, полезная, стоит вполне недорого, покупки рекомендую.